Расцветали в полете и бились о стены, рамками, гранями ломая голову. Чтобы избавиться от фобии, следует поместить себя в эту фобию. Самосовершенствование есть исход саморазрушения. Просветление настигает в нирване, обробленность исполнения желаний ведет к наслаждению тем, что имеешь. Лишь после ада возможно восприятие рая. Лишь обгорев до углей, вода холодная не сковывает движений, а лишь охлаждает. Лишь разбитое сердце горит истинной любовью. И лишь упавший, что смог подняться, не плывет по течению, а идет самим проложенной дорогой и способен, подобно солнцу, просветленно улыбаться. Спасибо.